Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Guitar Money. И сегодня у нас новое видео из рубрики «Дарю рифы». Если кто не помнит, это мои личные рифы, я вам их показываю, и вы можете их использовать. Если ты хочешь самым первым получать уведомления о выходе нового видео, обязательно нажми колокольчик. И не забывайте подписаться на Instagram, ссылочка будет в описании. Ну что ж, давайте посмотрим, как он играется. Он очень простой, здесь где-то будут табулатуры, так что слишком подробно останавливаться я не буду. Начало играется таким образом. То есть вы идете с палом мьютом по шестой струне третий лад, второй лад, открытая, и идет открытая квинта шестая струна третий лад, пятая струна пятый лад. Дальше идет открытая квинта ми, то есть шестая струна открытая, пятая сторона второй лад, четвертая сторона второй лад. То есть вы видите, играется. И далее уже идет по шестой струне, по открытой, с полуминутом. Далее то же самое. А далее уже немножко по-другому играется такая штука. Сейчас покажу медленно. Давайте посмотрим, идет третий лад на шестой струне, второй лад, открытая струна, дальше опять третий лад на шестой струне, пятый лад, третий лад, второй лад, и далее идет уже квинта. Третья струна шестой, шестая струна третий лад, пятая струна пятый лад. Давайте сейчас весь риф сыграем медленно. Очень просто, давайте сыграем быстро. Что ж, друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставим лайк. Подписывайся на канал. Оп, медиатор уронил. Подписывайтесь на канал, нас ждет много всего интересного. Подписывайтесь на мой инстаграм, обязательно нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео. Ну а меня зовут Сергей, и это канал Guitar Mania. Всем позитивного настроения. До встречи на ютубе.